Так, сделка с военными обновлена. Также я вижу, где Запорожец. Ну-ка, что там обновилось? Заправить машину. Что, машина совсем пуста? Заправить топливом, Дэл. Нет у меня пока канистры с топливом. Так, это кто? Прохор, привет. Здравствуй, дедушка. Ты чего тут делаешь? Чего такой грустный? Здравствуй, сталкер. Я ничего уже не делаю. Эх, если бы не мое слабое здоровье, да старые кости, я бы в Припять пошел. Дочь свою найти хочу. А тут еще военных пост. Парни мешают, пройти мне не дают. А что случилось с твоей дочерью? Я раньше жил в Припяти. Да, огромная история. Да, грустная история. Прими мои соболезнования. Слушай, сталкер, а не поможешь мне в моих поисках? Помогу. Только где мне искать, хоть примерно, скажи. Я запишу тебе адрес квартиры, где я жил с дочерью. Я думаю, что там должно что-то остаться, какие-то следы. Сходи, посмотри, что там. Если что-нибудь найдешь, неси мне. Ну что, поможешь, а? Я сам никак не доберусь, похоже. Хорошо, я попробую найти что-нибудь. Не уходи из лагеря, ни во что не ввязывайся. Я вернусь. Появляется новое задание от Прохора. Найти квартиру, где раньше жил старик. Старик с кордон рассказал, что во времена первого взрыва в процессе эвакуации потерялась его дочь. С тех пор он ее не видел. Не может никак найти никаких сведений. Покинула ли она вообще город. Спустя много лет он решил вернуться в Припять, чтобы отыскать следы дочери. Однако дальше свалки уйти не смог. Долговцы не пускают. Старик попросил найти в Припяти квартиру, в которой когда-то жила его семья. Ему кажется, что там могут находиться следы его дочери. Да, обязательно поможем. Но сначала я отыщу канистру для запорожца. Ведь у нас есть задание от Сидоровича. Нужно отнести сумку с артефактами в военные, а в обмен они должны нам предложить неучтенные автоматы. Возможно, один из автоматов достанется нам. А это всегда полезно. Так, вижу мертвых сталкеров. Интересно, кто вас покрошил? Так, автомат у него, хорошо. Здесь пусто. Пусто. Заметка о мутантах. Ворона. Заметки, возможно, я почитаю позже. Для себя. Я примерно понимаю, где может находиться канистра, хотя она может быть и в другом месте. На элеваторе точно должна быть канистра в углу. Но обычно там была всегда. И также у нас есть задание на элеваторе. Нужно найти артефакт душа, который крайне редко встречается на кордоне, как сказал медик, который хочет поднять такс. Скачать данные. Скачаны данные КПК мертвого сталкера. Хорошо, данные я тоже посмотрю попозже. Который пытается поднять на ноги подрезанного сталкера. Для этого ему требуется артефакт душа. Так, нужно осмотреть. Я, да, вижу я душу. Вовремя я влетел в аномалию. Тут еще собачки привязались. Так, а канистра? Канистра — это самое главное. Канистра для запорожца. Где она? Так, собаки за мной не бегут. Отлично. Канистра с чем-то взрывоопасным. Можно подобрать, положить где-нибудь и взорвать выстрелом издалека. Артефакт душа, здоровье плюс 350%. Вообще замечательно. Но я думаю, стоит этот артефакт отдать медику. Ну, как он себя называет, медик. И он, возможно, сможет поднять на ноги этого таинственного сталкера, и это выльется в более что-то интересное, чем просто, если бы мы повесили этот артефакт на себя.
Также, наверное, сейчас у нас получится заправить Запорожец и поехать договориться с военными на передачу оружия неучтенного. Ну, пока я вот играю немного, но мод довольно-таки стабилен. Все выглядит по-другому. Конечно, у меня система на полную не выкрутит этот мод. Не смогу играть, потому что там требования очень высокие. Но я думаю, если на полную выкрутить, здесь будет просто шикарно. Стабильный, да, мод, никаких проседаний по FPS. Так, где наш сталкер? Привет, я принес тебе требования. Артефакт, вот он. Найти артефакт для раненого, задание выполнено. Давай вставай, мужик, такой артефакт ценный. Бывало, привет, как ты? Это ты второй? Ох, как же хреново-то. Я меченый, что с тобой произошло? Ни хрена не помню, где я, второй. Ты слышишь меня, второй? Забери мою часть информацию, ты должен успеть. Какой второй? Какая информация? Говорю тебе, лежи спокойно, береги силы. Второй, я умираю. Передай лидеру, что я им ничего не сказал. Если найдете клондайк, семье дольку перешлите. Вот координаты, там в тайнике лежит мой планшет. Ох, все, постой. Получены координаты тайника, темно. Добавлено новое задание. Очень темно. Да, появляется новое задание от некого таинственного сталкера бывалого. Странный незнакомец перед смертью попросил нас отыскать его схрон с чем-то, по его словам, очень ценным. Судя по описанию, тайник находится в деревянном ящике на хозблоке заброшенного элеватора. Так, ты его хочешь облутать? Нет, не успеешь. Информация о локации, информация о схроне с снарягой. X-16. Информация о локации, выжигатель мозгов. Бывалый кордон, причина смерти неизвестна. Да, очередной какой-то интересный квест появляется. Сейчас я заправлю Запорожец, попробуем, по крайней мере. Так, это открыт багажник. Заправить топливо. По всей видимости, я, да, заправил, исчезла канистра. Завести двигатель у нас. Старая рухлядь заглохла. И бензина не очень много. Любое врезание глушит двигатель машины. Так, надо аккуратно не задавить никого, а то они начнут палить. Я быстрее дошел на своих двоих, чем на этой машине доеду. Хотя нет, смотрите, набирает скорость по прямой. Топлива должно хватить нам, чтобы вернуться обратно с ящиком. Может быть, он будет тяжелый. Поэтому Сидорович посоветовал нам ехать на Запорожце. Так. Нужно притормозить, чтобы не сбить никого. Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему.